Обустроенная в библиотеке Дмитрий Кантемир мастерская – первая подобного рода в нашей стране. В отдельной комнате здесь техоборудование, его может использовать любой начинающий предприниматель. Среди желающих воспользоваться предложением оказался и Дан Бутнару – 15-летний ученик, который хочет делать чехлы для телефонов. Говорит, что несказанно рад возможности бесплатно воспользоваться 3D-принтером. Когда я entrat, am fost fascinat de printerul 3D. И pentru bun început m-am gândit să fac un tip de husă pentru telefon, în scop propriu. Această husă s-a construit timp de 2 ore și s-ar putea să facem mai multe în viitor apropiat cu diferite desene pe ele. То, что он всего лишь 9-классник, Дана от достижения намеченной цели не останавливает. Говорит, чтобы быть предпринимателем, важно творчество, а не возраст. Часто идея может быть развита как бизнес. На цену рынка не могу гандить, но знаю, что хорошая пиаца для развития может быть в школе. У 3D-принтера мы встретили Илью, волонтера из клуба робототехники, который также расположен в этой библиотеке. Илья хочет помогать людям с ограниченными возможностями. Pentru început m-am gândit să realizez ceva în folos comunității. De exemplu, aș dori să fac o mână robotizată pentru persoanele cu deficiențe. А для желающих что-то сшить в распоряжении швейная машинка, на которой можно и вышивать. Научиться с ней работать поможет Радика Гуцу, одна из здешних волонтеров. А еще здесь есть аппарат для лазерной резки, комплекты робототехники и электронные инструменты общей стоимостью 30 тысяч долларов. Va impulsiona creativitatea și inovarea și va ajuta antreprenorii să transforme idei în afacere viabile. Sectorul TIC s-a extins considerabil în ultimii ani în Moldova și cred că are un mare potențial de a continua să crească. Цель лаборатории – создание сети мастерских мелкосерийного производства, оснащенных производственным оборудованием, а также развитие предпринимательства на селе. Еще 2 подобные мастерские откроют в ближайшее время в публичных библиотеках Дроки и Аргеева.